أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас пятый урок, и мы будем исправлять ошибки суратуль Ихляс. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ. Тут также стоит отметить, вот начальные ошибки каждой суры одинаковые. «У» и «Лям». «Х» вот так не надо произнести. «У» твердо и выявить «У». «У». «Уль». «Уль». А «Уль هُوَ اللَّهُ». «Уле هُوَ». Так не переходите. «Уль هُوَ». Так плавно. Не отпустил лям, дальше читайте. Уль хуа. Ва. Старайтесь выявлять огласовку на вау и губы на вау вперед. Уль ху. Ху тоже большинство людей вот бому на га не выявляют. И на это тоже смотрите и акцентируйте внимание. Уль хуаллаху. Ху. Хуа. Хуаллаху. Уль хуа Аллаху ахад. Вот Аллаху а. Ху. Тут тоже ха и бому выявляете. Потом только на а переходите. Уль хуа Аллаху ахад. И надаль калькала. Ахад. Аллаху. А. Потом уже ла, лям твердо. Аллаху. Ху выявляйте. Аллаху самаде. Аллаху са. Ху. Тут ошибка бывает в том, что не выявляет ха и также у. Аллаху. Ху. Аллаху са. Са так твердо. Ас-самаде. Ас-самаде. Аллаху самаде. Лям, ля, а, нужно чуть рот приоткрыть. Лям, я, лиде, лям, я, ляме, вот так не отпускайте мим. Лям, я, вот так плавно переходите и на я, вот я, рот чуть приоткройте, чтобы огласовку а выявить. Лям, я, лиде, тут тоже калькала надаль. Лям, я, лиде, ва, лям, я, лиде, ва. Лям я лиде валям. Так не читайте сразу, переходите. Лям я лиде валям. Ва. После калькали на вау губы вперед. Лям я лиде валям. Ва. Валям ю. Валям. Валяме. Мэ. Так не отпускайте мим. Валям ю. Валям ю. Так тоже ю у выявляйте. Валям юляде ля, тоже огласовку а выявляйте. Валям юляде де, так калькала делайте. Валям юляде, валям ва, губы на вау вперед, и после этого выявляйте огласовку а, чуть приоткрыв рот. Валям юляде, валям якуляху. Валя, валям я куляху, валям я, так не переходите, плавно. Валям я куляху, тут на Коране написано, я кун ляху, нужно, нун не произносится, нужно сразу после ку ля, лям удвоить,
кулля, вот так нужно переходить. Валям я кулля, валям я кулля ху, также ху, ха вместе с у. Валям я кулля ху куфу, куфу, также ку и фу надо выявлять. Валям я кулля ху куфуан, вот дому на фу нужно выявлять. Большинство людей на это не обращают внимания. Куфуан, ва, фатху на а тоже, куфуан. Тут то же самое, после танвина идет хамза, и нужно выявить танвин. Гуну нельзя делать. Куфуан а, ва, ван а, ван а. Вот так гуну нельзя делать. Нужно выявить танвин, не отпускать вана, так калькала не надо делать. Куфуан ахаде. А тоже не забываем выявлять. Ахаде. Валям я куллаху куфуан ахаде. И мы завершаем наш пятый урок. И смотрите, исправляйте ошибки. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.